Так, друзья, всем привет. Шкода Суперб приехала. У нее не дует справа горячим воздухом. Проблема известна. Либо радиатор отопителя забит, либо шестеренка с заслонки соскакивает. Сейчас можете поставить на паузу и сделать ставку, что у нее отвалилось. Я сам еще не знаю. Знаю только, что не дует горячим с пассажирской стороны. Сейчас возьмем фонарик и начнем разбирать. Так, надо открутить два пластиковых барашка. Вот он один, вот он второй. И снять вот это вот. Не знаю, как обозвать ее. Тут уже кто-то лазил. Видимо, меняли салонный фильтр и одели ее криво наискось всю. Давайте снимать. Так, снять бардачок. Вот этот болт выкручен в доступе. Вот этот выкручен в доступе. Вот этот выкручен в доступе. И вот этот в доступе. Фокус. А вот этот сзади ручкой. Боковушку тоже снял. В общем-то, сейчас надо посмотреть. Шестеренка не выпала. Вот. И надо посмотреть. Может быть, если ее кто-то уже вставлял, то неправильно вставили. И она наполовинку только открывается. А может, вообще не открывается. Вот. И, ну, в общем-то, я сейчас открою и посмотрю, как она ходит. Запущу мотор. Вот. И буду нажимать на всякие разные кнопки. Чтобы снять третий болтик, ага, уже отвалился, который находится под крышкой, надо снять крышку. Крышка у нас крепится на защелках. Две сверху и одна снизу. И тогда у нас есть доступ к болтику. После этого снимаем два разъема. Один, два. И снимаем вот отсюда шланг, бардачок можно вынимать. Так, давайте посмотрим, шевелится ли заслонка. Так, сейчас стоит обогрев в морду. Вот стоит синенький, да, горит? Видно, синенький горит. Я по одному шагу сейчас буду добавлять. Один шаг, и заслонка повернулась полностью. Доворачивается еще. Второй шаг. Третий шаг. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Но она на третьем шаге уже полностью открыла заслонку, переместила заслонку в крайне другое положение. Так, ну вот сейчас из этого дефлектора горячий дует, из этого все холодное дует. Так, я вижу, что привод вращается. Так, я сейчас сниму этот привод и попробую руками пошевелить, покрутить, проверить. Так, убираю на полностью холод. Заслонка двигается. Начинаем разбирать ноги водителя. Так, снял вот эту пластик пористый, не пластик, пенопласт. Вынимаем. Так, и снимаем бардачок вот этот маленький. Бардачок с пластиком вот в этом месте скреплен. Вот такой вот клипс, и она на 90 градусов поворачивается и вынимается. Видно, нет? Ничего-то фокуса нет, мало света. Вот такая клипса. Значит, бардачок у нас. Соответственно, ЛБД разъем отключаем и отключаем
подсветку. Так, бардачок у нас вынимается вот отсюда. Здесь у нас 4 самореза. Раз, два, три, четыре. Вот, и соответственно можно его вынуть в таком виде. Вынимаем. Так, это вынули. Так, откручиваем воздуховод. Вот он, один саморезик. Т-20-ки тут. Да, по-моему, 20-ки, не 25-ки. Значит, вот этот воздуховод снимаем. И снимаем вот этот накладку эту ворсистую. Она просто на защелках. Воздуховод открутил. Вот он, один саморез. И он падает у нас практически сам вниз. Накладка тоже отщелкнулась. Защелки у нее находятся вот в этих местах. Вот одна. Вот здесь две. И все. Вот в этом месте. И вот в этом месте. Вот в железке. Друзья, вот он у нас радиатор уже предстает во всей красе. Так, пластик вот этот сейчас мы будем откручивать. И вот здесь вот, вот есть заслоночка, которая крутит, вот привод вон тот. Мы это сейчас тоже протестируем. Хотя с этой стороны жалоб не было. Значит, откручиваем болты. Что с резкостью, не вижу. Вот эти болты откручиваем и снимаем пластик. Издалека. Пластик снял защитный. Вот болтики от него лежат. Под торкс 20. Вот мы видим уже радиатор. Видим крепление. Вот. Сейчас мы будем его откручивать и разбирать. У кого есть подушка аэрбэк для ног водителя, вам придется еще отключить аккумулятор и снять эту подушку. Она где-то на 4 болтиках должна у вас крепиться, у кого есть. У кого нет, значит, тому не надо снимать. Так, я вот сделал, подсунул пластик и поставил борт, такой коврик с большими бортами. Все, что выльется, должно потечь по бутылке и сюда на коврик. Это первое. Второе, конечно, надо открутить крышку расширительного бачка, чтобы стравить давление, которое есть в системе. Вот, и закрутить обратно, чтобы, ну, хотя бы какой-то минимальный вакуум, да, создался. Будет, значит, не так сильно давить антифриз. Ну что, пробуем. Я уже немножко подрасслабил. И один, и второй болтаются. Тут 20-ка. Маленькие болтики. Все же неудобно. Так, вот такой вот у нас тут крепеж. Что-то камера перестала близко фокусироваться. Вот такой вот у нас крепеж тут. Так, снимаю второй. Домой?
Ну, раз хуёв, надо домой их так. Так, все-таки это без камеры сниму, неудобно. Итак, друзья, процесс идет. Показываю все без прикрас. У меня тут вот монтажка такая. Вот эти две трубки, которые уходят в сторону моторного щита, они за печкой поворачивают, грубо говоря, заворачивают туда, за печку направо, вот эти две трубки. Вот. И как раз туда вот уперта монтажечка. Здесь нам буквально надо где-то сантиметр, чтобы разъединить. Разъединяются они трудно. Разъединяются туго. Бутылочка вот тут моя еще стоит. Вот. И вот я вытащил. Уже верхнее кольцо, видать, черное. Вот. И нижнее уже вышло совсем. Разъединяется туго, но это легче, конечно, чем разбирать всю торпеду, вытаскивать печку. Хотя вот тут для этого сделано. Вот низ я тоже вот оттопырил. Открутил там на 10 болтик. Поставил подшипник какой-то. Вот, чтобы был у трубок какой-то ход. Их надо расшатывать, разматывать. Вот края, конечно, я покоцал. Вот, как только щелка появилась, отверточку туда втыкаем и пробуем вверх-вниз, лево-вправо, в общем-то, их рассоединить. Они прям расщелкнулись у меня, прям как будто на защелке. Может быть, да, там под резинки какой-то внутри паз есть. Вот такие вот дела. На таком этапе сейчас у меня все находится, съем этого радиатора. Ну и как только сниму, давайте будем смотреть, промывать, сколько там мусора, сколько чего. Заслонку я еще не проверил эту, ну смысла нету, тут и горячая, и холодная работает. Вот, и на правой, на пассажирской стороне тоже заслонка работает, крутится нормально. Трубки разъединились до конца. И вот она, моя трубочка, работает. То есть не трубочка, а обрезок бутылки. Очень странный антифриз, какой-то мутный. Как будто в нем присутствуют еще какие-то другие ингредиенты. Что меня сейчас зальет тут, конечно. Я думаю, что бортика хватит. Ну, в общем-то, литься перестала. Вот, просто покапала уже. Но я думаю, пару капель, если попадет в салон, ничего страшного. Уже можно. Лужа у меня вот такая. Получилось, уже можно потихонечку вынимать радиатор и с него тоже слить. Вот он, наш виновник. Ну что, друзья, радиатор снятый, промывается. О, пена пошла через край. Моторчик, помпа, то бишь на 12 вольт, чистящее средство, состав. Какое средство, не буду говорить, ну вот, чтобы не было всяких споров там и разногласий. Кто чем хочет, тот тем и промывает. Ну, могу одно сказать, содержит кислоту, вот, после, и, соответственно, моющие штучки. Вот пена идет, видите, водичка там бултыхается. Соответственно, после того, как была кислота, уксусная, щавелевая, лимонная, щелочь какая-то или другие активные щелочи, кислоты, жидкости, надо промывать в проточной воде много.
много, хорошо. Вот, и как вообще проверить, хорошо промылось или нет? Блин, к сожалению, не могу показать. Не могу показать, что я оттуда из этого радиатора уже вытащил. Это уже финишная промывка. Ну, грубо говоря, там какие-то хлопья, как бы выпал какой-то осадок. Возможно, этот автомобиль купили недавно. Возможно, предыдущий владелец, у него была какая-то течь, чтобы, ну, избежать ремонта. Вот, он добавил антифриз что-то. Не знаю, что там. Короче, выплыли какие-то хлопья. И когда я его под раковину промывал, соответственно, вот эти трубки вверху, наливал я воду, ну, сюда или сюда, неважно в какую трубку. Вот эта часть сразу была холодная. Вот, я чувствовал, что она холодеет сильно. А вот эта часть не была холодная, соответственно, сюда холодная вода не проходила. Ну, то есть, соответственно, как он на машине стоит, вот эта часть как раз пассажирская. На пассажирской стороне, и тепла там не было из-за этого. Вот, ну, попромываем. Сначала в одну сторону будет циркуляция, потом будет циркуляция в другую сторону. Вот, и после этого установим обратно на машину. На этом видео заканчиваю. Надеюсь, было полезно, познавательно, увлекательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. На этом всем пока, друзья.